на английском языке Foggy Mountain Breakdown, что означает припадок на Туманной горе. После того, как ее соучастники обработали и перевели на русский язык, она стала называться «Пачка папирос». Песня весьма дорожная и подходящая для нашей веселой кочевой жизни. Стало быть, поехали! Вчерашнего еле живой я иду потратить домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос, иду потратить домой. Опа! Почти не шатаясь, почти по прямой, я иду по трассе домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос, иду по трассе домой. Опа! Мешают, но просто нет сил. Видимо, что-то опять подцепил. Терзаю мои мысли о встрече с женой. Я иду по трассе домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос. Иду по трассе домой. Ну что?